Я хочу предоставить слово одной очень интересной исполнительнице, которая, как она говорит, она не нуждается в представлениях. Все ее голос любят, знают. Я ее называю серебряным голосом нашей Москвы, нашей России. Наша очаровательная, необыкновенная, лирическая, душевная Оля Васильева. Когда мы говорим, мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Олег, я ехала и думала, что я тебе скажу. На самом деле у меня мысли такие, что пришли в голову, что про детство, про мое. Вот этот букет я тебе дарю как напоминание о детстве, когда нас всех отправляли в школу родители, а цветы нам дарили бабушки из палисадника. Кто этого не помнит? Кто это помнит, поднимите руки. Вот. Так что я тебе предлагаю вспомнить детство, дарю тебе цветы из своего палисадника. Будь здоров. Они постоят. Если воду поставишь, постоят. Иди. Так. А палисадник был на Севастопольском проспекте. Может быть, кто-то оттуда. На первом этаже, кто жил, у них был палисадник. И они нас, первоклассников, отправляли со своими цветами. Вот, поэтому первая песня «Яромир Наговица». У меня такой сегодня образ у шляпки. Ну, тут как-то все так в стиле. «Яромир Наговица. Прошлое». В переводе Алексея Гомоскова. Все к столу подаст и скажет, ну вот и я.
придут сюда те, кого знали вы и кого уже нет. Вы назовете по имени каждого, вспомнив их имена. Проснетесь рано, а рядом, свернувшись клубочком, лежит она и шепчет: Сереже Красоткину. Чё, ты не готов? Здрасте, приехали. Давай скорее. О чем поем? А, царевна, мы сейчас исполним с Сергеем Красоткиным тоже песню с детства «Царевна Несмеяна», которой ты стоишь у окна. Включать нет? А у нас нет еще одного провода, да?
прошел и не заметил, как ты любишь его, как тоскуешь без него, от того, что опять он прошел и не заметил, как ты. Этой первою весной может просто тепла. Твоему сердечку надо, чтоб не ждать, не страдать. Этой первою весной. Браво, Олечка, браво, спасибо огромное. Еще раз.